Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественной и рабочей резине от компании Select. Модель называется CrofX. Данная силиконовая приманка выполнена в виде рачка, некого ракообразного. Длина данной приманки 2 дюйма или 50 миллиметров. Поставляется в упаковке по 6 штук. Упаковка, в принципе, довольно стандартная для многих силиконовых приманок. Данная приманка, сразу скажу, является съедобной, о чем указывает нам производитель на упаковочке. Имеется аттрактант. Данную приманку я использовал в прошлом сезоне. Довольно неплохие рачки мне понравились и очень хорошо ловят окуня. Решил себе заказать еще. Выглядит сам рачок таким вот образом. В принципе, довольно простая, скажем так, форма этой приманки. Цилиндрическое тело, две пары лапок и две довольно широких плоских клешни, ну, подобие клешен. Также на конце данных, назовем его их клешен, имеется вот такой вот выступ, ну, по типу спойлера. Данный выступ как раз таки и позволяет и создает игру данным клешням во время проводки. Отлично подходит проводка для данного рачка, так называемое волочение по дну, так как многие приманки, выполненные по типу рачков, как бы напоминают живой корм, соответственно, рака нашему хищнику, окуню, либо щуке. И, соответственно, нужно имитировать данными проводками этот живой корм. То есть волочение по дну как раз-таки и подходит, напоминает как бы хищнику копошащегося рачка. Также отлично подходит проводка классическая джиговая, это пару оборотов катушки и пауза. На паузе можно немножечко потрясти иногда приманкой. Иногда очень хорошо срабатывает данный способ. Окунь ловится как мелких, так и довольно неплохих таких размеров. Зачастую, ну, в большинстве случаев при лове попадается средний окунь. Оснащаю я данную приманочку одно, на мой взгляд, из самых классных оснащений. Это небольшой офсетный крючок соответствующего размера для данной приманки, то есть подбираем индивидуально, так как у многих фирм-производителей офсетных крючков под одинаковыми номерами крючки могут быть разной длины. Все-таки не раз уже сталкивался с этим, соответственно, нужно это подбирать индивидуально. Соответственно, офсетный крючок, и на конце крючка мы крепим подвижную шарнирную чебурашечку, либо какой-то другой грузик с шарнирным креплением, соответственно. Очень отлично работает на данном монтаже приманка. В принципе, можно использовать тоже миниатюрные джигаровки с жестко закрепленным крючком, тоже ну, с вольфрамов есть такие джиголовки, у них довольно маленький грузик и крючочки. Тоже довольно неплохой способ оснащения, но, на мой взгляд, все-таки шарнирный больше как-то подходит. Именно когда выполняем проводку волочения, у нас приманка, помимо клешен, имеет еще и как бы игру, ну, движение с самим телом. На жестко закрепленной джиголовке с паянным крючком тело уже как бы у нас не играет. Отличная приманка, 100% рабочая по окуню, уже пробовал не раз, ловил довольно успешно на этого рачка. Всем могу рекомендовать к покупке, цена довольно гуманная, силикон вообще от фирмы Select очень качественный. Ну, это лично мое мнение. Всем спасибо за просмотр, до свидания.